Всем привет, друзья! После небольшого перерыва я возвращаюсь с новой картиной. Сегодня у меня большая круглая форма из ДВП. Напоминаю, что я смешиваю ПВА и шпаклевку по дереву до однородной массы, и затем таким толстеньким слоем этой сметанообразной массы я покрываю всю плоскость. Затем я начала раскладывать растения по кругу. Я решила, что в этот раз хочу сделать такую рамку из растений, из сухостоя. И затем постепенно картинка вырисовывалась, подбирались нужные травинки. Это такой очень медитативный процесс, когда есть очень много разнообразных веточек, листочков, цветочков засушенных, и нужно выбрать нужную данную позицию. И затем, когда все было уже готово, все были уже выложены, травинки были на местах, сверху кисточкой я еще раз прошлась той же самой шпаклевкой, чтобы утяжелить травинки, чтобы они получше пристали к шпаклевке. Прошло 2 дня сушки, все подсохло, закрепилось, теперь можно покрывать акрилом. Я выбрала мой любимый синий цвет и широкой синтетической кистью я начала покрывать. Конечно, процесс недолгий, у меня ушло примерно 2 часа с небольшим. Все дело в том, что нужно очень тщательно прокрывать пространство между травинками. Дело это, как видите, непростое. Постоянно нужно просматривать с разных ракурсов, чтобы все пространства были покрыты. И вот краска подсохла. Образовался такой очень интересный, красивый, матовый покров. Можно продолжать дальше. В этот раз я выбрала серебряную краску, серебряный акрил и кисточка-щетинка. Небольшая, чтобы можно было прокрасить такие вот тонкие места. И такой полусухой кисточкой мне нужно было покрыть все травинки, чтобы они начали выделяться на синем фоне. Серебро не яркое, и поэтому появляется такой очень приятный оттенок. В общем, мне понравилось это сочетание такого холодного синего и холодного серебра. Далее я решила, что у меня внутри, посередине картины, будет рисунок. Конечно же, я взяла свою любимую акварель. И спустя время у меня появилась вот такая вот иллюстрация. Чудо-дерево. Сверху я прошлась и подчеркнула детальки гелевой белой ручкой. Кстати, попалась очень хорошая фирма Sakura. Рекомендую. Ну, и встречайте. Вот такая красота у меня в итоге получилась. Я приклеила рисунок на обычный клей. И травы стали как обрамлением, как рамой. Я не планировала никуда выставлять эту работу, я ее просто делала для себя, но так совпало, что проводился конкурс «Радуга творчества», который проходит ежегодно в Шушинском, по всему Шушинскому району. В ней участвуют дети садов, школ, а также их преподаватели. Ну а так как я педагог дополнительного образования в Шушинском,
я тоже решила поучаствовать. И посмотрите, какое разнообразие работ представлено на выставках. Здесь есть и вышивки, и мягкие игрушки, и резьба по дереву, какие-то коллажи, пластилинография, оригами, лоскутное шитье, чего там только нет. Теперь барабанная дробь. Вот она, моя красота. Прекрасное освещенное место. Вот и все.